Космос стал ближе. В Серпухове на базе молодежного центра «Патриот» состоялась первая астрокосмическая лекция. Рассказать жителям города о перспективных направлениях космической отрасли приехал известный эксперт и блогер Виталий Егоров. За несколько дней до мероприятия в сети интернет был проведен опрос, где пользователи социальных сетей выбрали основную тему встречи. Лекция об астрономии и немного о космонавтике, о том, как люди ищут и находят и рассматривают уже сейчас далекие планеты за пределами Солнечной системы, экзопланеты. Мероприятие проходило в неформальной обстановке. Гости задавали свои вопросы спикерам и организаторам лекции на самые разные космические и астрономические темы. Напомню, в этом году группа энтузиастов уже проводила мероприятие популяризации астрономии. На Соборной горе были организованы бесплатные лекции, где все желающие могли посмотреть на небесные тела в профессиональный телескоп.